вернитесь на телевидение. Телевидение такая штучка, что туда так просто не вернешься. То есть это надо какая-то протекция. И вообще, чтобы так человеку из провинции попасть на Первый канал, как это произошло у меня, когда меня пригласил Эрнст, это редкая и очень-очень большая удача. А такая удача, иначе, часто не бывает. Она бывает разок в жизни. Но тем не менее, я вот веду канал. И давайте попробуем так сделать. Вы мне напишите, какие вопросы вас интересуют. А я попробую на них ответить. Ну, это уже будет, ну, по крайней мере, интересно, продуктивно. Потому что на телевидении там работает с тобой целый штат редакторов, которые готовят передачу. И не всегда бывает так, что ты хочешь сказать то, а не то, что там тебе редактора предоставляют. Хотя, честно и откровенно, они никогда мне не предоставляли, вернее, не требовали сказать именно так, что там написано. Все это дело я корректировал сам. Поэтому задавайте вопросы, а я попробую на них ответить.